Главу администрации Бардымского сельского поселения Алмаза Акбашева задержали 2 месяца назад. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки от представителей одной из подрядных организаций, ремонтирующей жилые дома. В качестве меры пресечения районный суд выбрал заключение под стражу. Однако защита Акбашева считает, никакого основания для ареста нет. По словам адвоката, ни о какой взятке речи не шло. А 160 тысяч рублей предназначались для выплаты задолженности субподрядной организации за капитальный ремонт. Другой аргумент в пользу Акбашева – он единственный кормилец в семье. 3 несовершеннолетних детей на иждивении, кроме того, жена, зарплата 20 тысяч рублей и очень много родственников по району. Вот уже 3-й месяц он содержится под стражей по обвинению в несуществующем преступлении. Алмаз Халилович, всем доверяете рассматривать дело? Да. Акбашев участвует в процессе посредством видеоконференц-связи. Суд в кассационном порядке рассматривает вопрос, выпустить его до суда на свободу, либо оставить в СИЗО. Прокуратура настаивает, постановление районного суда оставить без изменения. Имеются основания полагать, что он может скрыться от следствия суда, помешать установлению истины по делу, оказать давление на свидетелей, в том числе и уничтожить документы по делу. Краевой суд кассационную жалобу не удовлетворил. А это значит, что о ходе следствия Алмаз Акбашев будет узнавать по-прежнему, находясь в следственном изоляторе. Елена Иговцева, Сергей Пьянков, телевизионная служба новостей.